Только что с крыши упала такая вот глыбина. Хорошо на балкон. Вот они, красабы, висят кусками. Вот она оборвалась, полетела сюда. А вот они еще висят. Красавы. Кого-то они сегодня грохнут. Надо сбить ее сразу, эту льдину. Иначе будет неприятность. Вчера оббил все сосульки, сегодня они опять появились. Лед вчера тоже подбивали, за ночь накапало. Вот какой лед здесь на балконе, видите? И это все вот оно с крыши капает уже неделю. Весна, 5 февраля. Видите, на крыше уже снега нет, почти весь сошел. На тех крышах снег есть, но никто не сбрасывает. Чего ждут, непонятно. Я сейчас сверху буду сосульки вбивать, там повнимательнее, хорошо? Так, готовность номер один. Так, надо другую палку взять. Продолжаем ломать сосульки. Ай! А вот это будет сложнее. Два дня не сбивал сосульки. Вчера и сегодня. И вот что результат. А у меня над балконом вон какая выросла уже. Какой кошмар. Все, сбиваю крайний раз. Вы смотрите многосерийный сериал, как я сбиваю сосульки. А то я все рассказываю и себя не показываю. Вот сейчас пошел сбивать последний раз. Да не закрывай. Отойди в сторону. Все, победа будет за нами. Как красиво ночью зимой, а? Все в снегу. Королев, 13 февраля, 19:30. Сегодня ночью выпал снег и полдня сыпал потихоньку. А к вечеру, видите, какая? Дорога вся мокрая, разбитая. Красиво. Вот я и съездил в зиму в Севастополе. А вот так во дворах машины стоят все снегу. Те, которые вчера и сегодня не ездили никуда.